Жители Тульской области в панике. В регионе, похоже, объявилась знаменитая чупакабра. В мае кровожадный монстр уже совершил несколько набегов на тульские фермерские хозяйства. Итог – десятки погибших животных. А вот в соседней Украине жертвой таинственной чупакабры стал человек. На девушку напало диковинное существо. По описанию очевидцев, оно чем-то напоминает собаку. Все подробности у Егора Белова. В село Березовка Хмельницкой области Вероника приехала погостить у сестры. Могла ли она предположить, что эти деревенские каникулы окажутся в ее жизни последними? В тот роковой день девушка шла на автобусную остановку. Неожиданно сзади на нее напал огромный разъяренный зверь. Монстр повалил Веронику на землю и стал буквально рвать на части. Это настоящая собака-волк. Собака, скрещенная с волком. Очень длинные лапы, голова большая. Зубы сантиметров по 5, наверное. И очень худая. Косточки видны были. Или это чупакабра была? Кто ее знает, что оно такое? Жительница села Березовка Любовь Кушнир увидела страшное существо уже в тот момент, когда оно набросилось на Веронику. Я палкой начала ее отгонять, но она не реагировала ни на какую палку. Я отбивала, а она все время кидалась на Веронику и не давала ей подняться с земли. Чудовищная расправа над Вероникой длилась несколько минут, а затем диковинный зверь исчез так же внезапно, как и появился. Израненную девушку немедленно доставили в больницу. Она перенесла несколько сложнейших операций и вроде бы пошла на поправку. Но через полгода Вероника неожиданно впала в кому и умерла. Когда нам дали свидетельство о смерти и написали, что это энцефалит, я сразу говорю: «Какой энцефалит?» Я сказала: «Это все та тварюка во всем виновата». После нападения на Веронику жители Березовки организовали собственное расследование. Выяснилось, что незадолго до трагедии ту самую тварюку видел местный пастух Василий Подоляк. Он пас свое стадо в 5 километрах от села, когда заметил неподалеку странное существо. Такое вот здоровое, большое, мордастое, зубы большие, как иглы. Таинственный монстр попытался напасть на мужчину, но Василию удалось отбиться. А вот своих животных от чупакабры он не уберег. Одного моего пса загрызло оно, и корову черную покусало за глаза. За глаза, за морду. Бровь сорвало. Название «чупакабра» дословно переводится с испанского как «козий вампир». Впервые с проделками таинственного монстра столкнулись пуэрториканские фермеры. Это случилось еще в начале 50-х годов прошлого века. За одну ночь диковинное существо уничтожило целое стадо домашних коз. С тех пор сообщения о кровожадной чупакабре поступали с разных концов света. И вот 2 недели назад «козий вампир» объявился совсем рядом с Москвой. Вячеслав Ерошев из села Скуратово Тульской области больше не разводит кроликов. В его краях это слишком опасно. Недавно на участок Вячеслава проникло неизвестное существо и погубило всех домашних животных. По-любому у того, что это было, был какой-то инстинкт на уничтожение или как у, ну, или у охотничьей собаки, или у нее охотничьи навыки, чтобы добраться до дичи и уничтожить, ну, что и произошло на самом деле. Криптозоолог Анастасия Лебедева метр за метром исследует место происшествия. Ее вывод однозначен. Жители Скуратова столкнулись с мутантом, который буквально запрограммирован на убийство. У всех погибших животных была до последней капли высосана кровь. Возможно, какой-то потомок какого-то продукта генной инженерии, но точно ненормальное животное, потому что обычно в природе животные убивают исключительно для еды. Анастасия уверена, это и есть знаменитая чупакабра. Существо, которое уже долгие годы держит в страхе всю планету, но до сих пор так и не признанное официальной наукой. Вполне возможно, кто-то из мелких хищных, ну, допустим, из куних, это может быть хорек, вот, который, в принципе, вполне может просочиться, так сказать, и под забором, не перепрыгивать полутораметровый забор, да, вполне найти лазейку, вот, просочиться к этим кроликам, ну и прихватить нескольких из них. Жители села Щучье Тульской области таким объяснением не верят. От набегов ночного охотника здесь пострадало уже несколько хозяйств. И каждый раз погибшие животные оставались на месте. Больше других досталось семье Кострюковых. Чупакабра уничтожила почти всю живность. Ну, вышла я выпустить, покормить. Выхожу, дверь открыта. Валяется наседка. Цыплят нету, а цыплят все там были, лежали.
20 штук вот они у меня положили. Крови не было. Ну, лежали они мертвые. Ну, дырки у них были. В шее, под крылом, под ногой. Местные жители уверены, на них напал не один, а сразу несколько монстров. Набеги длились 3 ночи подряд. А на утро представала одна и та же картина. Сломанные изгороди, развороченные клетки и обескровленные животные. Конечно, приходит иногда злой человек, но он уносит с собой животное. Ему нужно мясо. А здесь явно мясо было не нужно, нужна была кровь. И вот эти чупакабры, судя по погибшим животным, находили именно то место, где бьется кровь, вену близко. Выпивали кровь, и животное просто обескровленное умирало. Действительно ли таинственная чупакабра – это результат секретных опытов инженеров-генетиков? Или речь идет о редком животном, которое до сих пор не попало в поле зрения биологов? Ответы на эти вопросы еще только предстоит найти. А пока пострадавшие от диковинного зверя сельчане готовятся к новым набегам. Все мужики местные сделали металлические двери в своих курятниках и крольчатниках, сделали новые задвижки, новые решетки. Ну а теперь закрываем на замок. Уже боимся чупакабров. Егор Белов, Павел Тенин, Андрей Кашаев.